Всем привет, с вами АвтоМПС, я Игорь Сирин. И сегодня я за рулем Kia Rio X-Line. Интересный, я бы даже сказал, неожиданный автомобиль. Считать его кроссовером или нет, решайте сами. Полного привода не обещают. Поэтому вроде как бы и не до кроссовера. Помните, когда-то давным-давно у Kia Rio, по-моему, первого поколения, тоже был такой кузов, вот непонятно, то ли универсал, то ли хэтчбэк. Этот примерно такой же, но, наверное, чуть менее выраженный. То есть это все-таки на 85% хэтчбэк. Ну, если хотите, можете считать его и универсалом тоже. Ну, можете считать кроссовером, как хотите. Как угодно, считайте, как угодно, назовите. Главное, покупайте. Ну, корейцы делали его именно для нас с вами. Все, как мы любим. Атмосферный мотор 1.6, может быть мотор 1.4, 100 лошадиных сил, либо, соответственно, 123, 1.6 старый, проверенный временем, с цепным приводом, он отработал в такси, где угодно, достаточно для того, чтобы считать этот мотор надежным. У меня максимально возможное сочетание мотора с коробкой, то есть это 1.6 с автоматом, честный шестиступенчатый. Тоже, наверное, лучше не придумаешь. Максимальная скорость 183 км в час. Достаточно хорошо. Но, опять-таки, с поправкой на увеличенный дорожный просвет. То есть, будь это обычный Kia Rio, максималка была бы выше. Но, соответственно, было бы меньше дорожного просвета. Так что 183 км в час достаточно. Разгон до сотни 11,5 секунд. Не самолет, но тоже нормально. А в остальном в салоне, вот как не выглядывая из салона через зеркала, опознать в этом автомобиле X-Line невозможно. Вот этой серебристой дуги на переднем бампере не видно. Пластиковый обвес, ну, на чистом автомобиле было бы видно, но у меня машина не очень чистая, поэтому не видно. Пластик в салоне жесткий, но очень хороший. Большой экран мультимедиа, по-настоящему большой, то есть дюймов 8. Удобный, пусть и однозонный блок климат-контроля. Разумеется, полный пакет теплых опций. Подогрев лобового стекла. Подогрев руля. Есть. Подогрев сидений двухступенчатый. Есть. В моей машине нет круиз-контроля. Ну, наверное, хотелось бы. Но у меня не самая богатая комплектация. В максималке были бы кожаные сиденья. Там были бы еще какие-то опции. Но и так цена машины вплотную приблизилась к 1 000 000 рублей. У меня автомобиль без шипов, поэтому сейчас по снежочку разгоняется он, конечно, тяжеловато. Но и, наверное, все-таки, если мы говорим про автомобиль, ну, хотя бы как-то отдаленно напоминающий кроссовер, то хотелось бы какой-то более крупной резины. Не более зубастой, разумеется, а просто более крупных колесных дисков. Здесь максимально, что возможно, всего лишь 16 дюймов. А представьте, что вы купили не такую дорогую версию, у вас пятнашки. Пятнашки с высоким профилем, ездить очень удобно, подвеска скажет спасибо, служить будет долго, мягко, все замечательно. Но выглядит-то как он будет, ну... Но с другой стороны, никто же не отменял тюнинга, там, каких-то доработок. Корейцы большие молодцы. Они строят те автомобили, которые мы с вами хотим. Мы живем в суровом климате, поэтому у нас есть мощная печка, поэтому у нас есть все эти теплые опции. У нас, прямо скажем, нет дорог. Поэтому мы можем приподнятые автомобили, и опять-таки корейцы нам его дают. Для тех, кто не покидает пределы города, либо верит в то, что дороги у нас есть, пожалуйста, есть обычные Kia Rio, есть Hyundai Solaris, легковушки. Ну, тоже 15 сантиметров дорожного просвета неплохо. В Европе есть легковые автомобили. Я сейчас не говорю про спорткары, а обычные легковушки, у которых, ну, скажем, там, сантиметров 12, а то бывает и 11. Это считается обычным городским легковым автомобилем. То есть именно это дает толчок к развитию кроссоверов. Не ежедневная потребность съезжать с асфальта и там что-то бороздить, нет, а просто ощущение того, что ты можешь куда-то поехать. Мечта. Мы хотим мечтать. Мы хотим мечтать о том, что вот случится, наступят те времена, когда будет больше свободного времени, и мы с вами куда-то рванем. И
Rio X-Line подходит для этого намного лучше, чем обычный Rio. Багажник, пусть он даже и меньше по литрам, но при этом сюда удобнее грузить, например, велосипед, либо там, ну, какие-то крупные объемные вещи. Эти 2 сантиметра дорожного просвета могут пригодиться как раз в случае, если мы, не знаю, поедем на пикник куда-то. Ну и, конечно, будет нечестным не сказать про то, что после смены поколений Rio и X-Line не исключение, поехали очень здорово. С приятный, точный электроусилитель руля. Достаточно жесткий кузов, хорошо настроенная подвеска. Это не спорткар, но по ощущениям на дороге, по ощущениям от руля, он очень приятный. Он очень послушный, он следует за рулем под сброс газа, если надо, он уходит в занос. Электроника отлично работает, то есть с точки зрения езды. Но если предыдущий Kia Rio был по меньшей мере антидрайверским, а порой даже опасным, под нагрузкой на сложной дороге он раскачивался, склонен был к тому, чтобы улетать с дороги и так далее. Сейчас это понятный, приятный автомобиль, который хочется водить каждый день. А сейчас давайте ненадолго вылезем из руля и заглянем под капот Kia Rio X-Line. Газового упора, разумеется, нет. И вот в таком виде отличить Kia Rio от Hyundai Solaris не представляется возможным. Точно такой же старый, добрый, проверенный двигатель с цепным приводом после смены поколений с 2 фазовращателями. Да, в общем-то, ну вот стандартный, хороший мотор. У меня версия 6-ступенчатым автоматом. Специально для России достаточно крупный аккумулятор. И он закрыт кожухом. Большая горловина для залива незамерзайки и объем бачка 4,6 литра пригодится в дальней дороге. И, кстати, обратите внимание, что у Rio не предусмотрено омыватели фар. Ну, по крайней мере, в нашей версии. Так что, наверное, в наших условиях это даже благо. Если грязи много, она жидкая, ночью и так далее, ну, можно остановиться, там, полить водичкой, либо покидать снег, протереть фары. Но зато вам не придется лишний раз останавливаться на дороге и доливать незамерзайку. Усилитель руля у нас электрический, так что это экономит 2-3 капли топлива и снимает дополнительную нагрузку с мотора, а в случае замены свечей зажигания откручиваете 4 болтика на 10, снимаете крышку и под ними уже свечные колодцы и сами свечки, то есть ни впускной коллектор, ни каких-то других лишних элементов автомобиля снимать не придется. А вот и один из секретов хорошей управляемости нового Solaris и Kia Rio – это вот эта полностью интегрированная в кузов распорка между стойками подвески. Посмотрите, здесь достаточно много точек сварки, и вот этот лист, он проходит вот здесь у основания лобового стекла и соединяет стойки подвески. Помните, ну как раньше мы с вами ставили на восьмерке, на девятке такие красивые, там красные либо желтые распорки. Здесь она интегрирована в кузов, и таким образом она повышает устойчивость, управляемость автомобиля и так далее. Молодцы. Шумоизоляция, к сожалению, не предусмотрена. Ее нет в багажнике, ее практически нет и здесь. Но, с другой стороны, это то, что достаточно легко доустановить на автомобиль уже после покупки. Ну и таким образом решить проблему шумоизоляции, которая у Rio, ну, все-таки есть. Итак, Kia Rio X-Line. Вид снизу. У нас абсолютно стандартный, с пробегом порядка 4,5, может быть, 5 тысяч километров. Как видите, защита двигателя снизу не предлагается, даже несмотря на то, что у этого автомобиля есть какой-то намек на кроссоверность, есть пластиковые накладки по периметру, защита не предлагается. Ниже всего расположена коробка. В нашем случае автомат, ну и, в принципе, точка сопряжения с двигателем – это самая нижняя точка под двигателем. Она чуть выше, чем балка передней подвески, но все равно низковатый, наверное, но тем более, если это автомобиль приспособленный для того, чтобы съезжать с асфальта, наверное, есть смысл задуматься все-таки об установке защиты. Но будьте готовы к тому, что как только вы поставите защиту, при каждом ТО вам придется платить за ее снятие и установку, потому что одно дело, там можно найти защиту, у которой будет вырез под маслосливную горловину, все нормально. Но масляный фильтр тоже установлен снизу, то есть доступ к нему только из-под автомобиля. Поменять его сверху не получится. Соответственно, каждый раз защиту придется снимать, ставить и так далее.
Балка передней подвески очень мощная. Посмотрите на рычаги передней подвески, шаровые. Сменно они запрессованы. И какой металл. То есть, причем тут по периметру усилитель, то есть сам рычаг мощнейший. Я думаю, что он много выдержит. Идем дальше. Выхлопная система немного ржавая для пробега 5000. Ну, может быть, чуть рановато, но, наверное, нормально. А вот это под пластиковым кожухом скрывается тормозная и топливная магистраль. Я не знаю, как на обычных Рио и Солярисах, не помню, мы поднимали Солярис, но вот я не помню, чтобы там был такой пластиковый кожух. Здесь это подходящее решение для автомобиля с приставкой Cross, либо там, ну, как-то X-Line. Очень хорошее и правильное решение, причем вся эта магистраль проложена рядом с двумя несущими элементами, раз лонжерон, ну и здесь какой-то короб, то есть вот повредить эти трубки придется очень сильно постараться. Бензобак у нас стальной, как видите, магнит держится, ну, наверное, пластиковый был бы лучше, но он как минимум был бы легче, соответственно, это нас с вами обеспечило бы какой-нибудь топливной экономичностью, там еще чем-нибудь. Ну, бак стальной, старая добрая корейская традиция. Мощнейшая балка задней подвески. Обратите внимание, как хорошо закреплены тросики ручника. То есть вот он выходит из кузова, у него раз кронштейн, мощный металлический, два кронштейн. И вот здесь вот уже непосредственно под балкой, прямо возле колеса, три кронштейна. Это вам не Volkswagen или Skoda, у которых тросики висят, ну, едва ли не по земле. Здесь он закреплен очень надежно, и он везде проходит выше лонжеронов, так что оторвать его не получится. А вот с тормозными трубками, честно говоря, такая сомнительная ситуация. Автомобиль у нас сейчас висит, колесо в своей самой нижней точке, но шланг натянут достаточно сильно, и, соответственно, через несколько лет, когда шланги уже начнут дубеть, это их нормальное состояние, а вы каждый год, ну, как минимум дважды меняете колеса, то есть вы поднимаете, опускаете, пробили колесо, еще что-то. Каждый раз шланг будет изгибаться на грани, ну, так себе решение. Ручник использует основной тормозной механизм, то есть нет барабана с дополнительными колодками и так далее. Но для простого автомобиля это более такое рациональное решение, то есть у вас одни колодки, один механизм, он постоянно работает, не закисает, все хорошо. Обратите внимание на то, что даже несмотря на то, что автомобиль у нас приподнятый, проставок у него в подвеске нет. То есть это обычная пружина, вот она начинается, здесь она заканчивается, просто она большей длины, чем у обычного Рио. Молодцы, более правильное, более разумное решение. Будьте аккуратны с буксировочной проушиной. Кто-то называет ее даже транспортной, не считая буксировочной. Но другой у Рио не предусмотрено. Поэтому если случится вытаскивать этот автомобиль откуда-то назад, либо, соответственно, кого-то буксировать, то цеплять крюк будете не за лонжерон, а именно за корыто запасного колеса, то есть вот за всю эту нишу. У нее есть специальный усилитель, но если бы петля была приварена к лонжерону, то шансов ее оторвать было бы намного меньше. И еще один маленький-маленький нюанс. Вам придется заглянуть вот сюда повыше. А здесь расположены задние противотуманки или задние фонари. Что-то это? Видимо, задний, ну, какой-то задний фонарь. Расположен вот здесь, в самой нижней части бампера. Он красного цвета, его хорошо видно. И обратите внимание, мы просто прокатились по городу. Ну да, была не очень хорошая погода. На дороге было какое-то количество снега. И значительная его часть легла вот сюда, вот на полку заднего бампера. Прям рядом с проводкой к этому самому фонарю. То есть, учитывая, что здесь будет лежать не только снег, но и соль, и лежать она будет, скорее всего, ну, как минимум ползимы, то есть риск, что вот этим проводам придется не сладко, и, соответственно, рано или поздно они сгниют. Это, наверное, одна из немногих претензий. Ну и, конечно, тормозные шланги. То есть, понятно, что автомобиль обладает увеличенным ходом подвески. И, соответственно, видимо, с этим же связано то, что длина тормозного шланга, ну, находится прямо, скажем, на грани. То есть где-то вы разгрузились, то есть когда машина раскачивается, пустая, то, соответственно, шланг каждый раз работает, ну, практически на пределе. Не думаю, что он оторвется быстро, но в долгосрочной перспективе, там, лет через 5-6, я бы за этим советовал следить. И еще одна маленькая придирка, если вы мне позволите, любители корейских автомобилей, обратите внимание на пластиковый обвес. Вот он идет вдоль задней арки, переходит на порог и так далее. Видите хотя бы один шуруп, саморез, пистон, хоть что-нибудь, чтобы держало пластиковую накладку. Вот здесь вот
открытое крепление есть, и все. Все остальное – это просто какие-то скрытые защелки пистона. И то же самое с накладкой на порог. То есть вот по всей длине автомобиля вот здесь один болтик крепления, и все. И дальше он держится на пистонах. То есть нигде, нигде никакого открытого нормального крепления нет. То есть пару раз вы как-то проползли на порогах где-то там по песку, по снегу или по льду, неважно. И есть риск того, что вот этот порог пострадает. Соответственно, если вы там кусочек откололи, отошел какой-то пистон, ну и все, получается, ну либо как-то его колхозить, либо менять на новый, но это скорее уже за счет страховой компании. С передними накладными арками то же самое. То есть, в отличие, например, от Duster или Sandero, многих автомобилей разработки Renault, у которых накладные арки крепятся саморезами, здесь ничего подобного нет. Чистая, красивая арка. Вот. Но у нас как-то была ситуация во время одного из тестов, вы можете его найти на нашем канале, когда на Hyundai Creta, который, разумеется, является родственником Kia Rio X-Line, на тесте как раз передняя накладная арка отскочила, ну, практически без контакта, практически без нашей на то помощи. Сейчас давайте вернемся в салон и подведем итоги. Я считаю, что корейцы сделали все абсолютно правильно. Цена, ну да, она могла бы быть ниже, но мы за все хотим платить меньше, это совершенно нормально. Но в повседневной эксплуатации именно такой автомобиль на стыке хэтчбека и универсала, он, конечно, удобнее. Он имеет меньшую длину, а, соответственно, на нем удобнее парковаться. Чуть больше дорожный просвет. Наверное, можно заезжать на какие-то бордюры, хотя будьте аккуратны, передний бампер очень длинный. И вот все эти намеки о кроссоверности разбиваются о первом же более-менее высоком бордюре, либо даже о некоторые пандусы на парковку. То есть угол въезда совсем невелик. Но в остальном приятный, добротный, достаточно комфортный автомобиль. Хотелось бы больше шумоизоляции? Наверное, да, хотелось бы. Но 30, может быть, 40 тысяч рублей при покупке машины, и вам прямо в салоне весь его быстренько разберут, там заднюю часть проклеят, будет потише. Ну, либо уже сами, там где-то за городом, на даче, когда будет побольше свободного времени. Ну, в общем-то, вот такой простой, бюджетный, но я уверен, что надежный, достаточно крепкий повседневный автомобиль. Ну, разве что вот единственное, что ему не хватает, но это то, что не может показать ни одна фокус-группа, и, соответственно, корейцы не могут от нас с вами этого услышать, увидеть, и поэтому не могут нам с вами этого дать. Мне лично хочется какой-то изюминки. Если вам изюм не нужен, наслаждайтесь Kia Rio. Автомобиль достойный и явно стоящий своих денег. А если вам тоже хочется изюму, то смотрите наш следующий ролик, когда Kia Rio X-Line будет противостоять как раз очень яркому, интересному, харизматичному автомобилю по похожей цене, но с более выразительной внешностью. С вами был блог Авто МПС, я Игорь Сирин. Хорошего дня!